В Дагестане до конца года планируется создать около 22 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили Минэкономразвития Республики. В настоящее время уже организовано 6,5 тысяч рабочих мест. Наибольшее количество из них в Дербентском и Кизыл-Юртовском районах. Помимо этого, от жителей региона продолжают поступать заявки на оформление в качестве самозанятых. За 9 дней этот статус приобрели 453 человека. Напомню, налог на профессиональный доход действует в Дагестане с 1 июля. Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут физические лица и индивидуальные предприниматели, которые получают доход от своей работы без привлечения наемных работников по трудовым договорам. В этом статусе можно заниматься разными видами деятельности, и перейти на этот режим можно при помощи мобильного приложения «Мой налог» или через портал госуслуг.